Вооружившись мешками и перчатками, жители Калязина вышли на берег Волги, чтобы собрать мусор и придать любимому месту отдыха достойный вид. В городе прошла акция «За чистые берега». Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Экология» и всероссийской акции «Вода России». Об итогах уборки набережной в нашем следующем материале. Взрослые школьники, а также работники предприятия отправились на берег Волги в Калязине, чтобы очистить территорию возле воды от мусора, который оставили здесь после себя отдыхающие. Перед началом масштабной уборки прошло символическое открытие акции с выступлением ее организаторов и гостей. Сегодня мы рады, что администрация Калязинского района совместно с нашим учреждением приняли эстафету по городу Калязину и району. И это не случайно, ведь он расположен на живописном берегу Угличского водохранилища, который и является рекой Волгой. После раздачи инвентаря участники акции разделились на несколько групп. Каждый предстояло убрать свой участок береговой линии. Одни очищали береговую полосу реки Волга в районе набережной. Сегодня наша задача, мы определили несколько участков для уборки, наша задача очистить их от мусора, конечно, наверное, побудить всех соблюдать чистоту. Другая группа приводила в порядок правый берег реки Жабня. Живописное место Калязина, которое круглый год привлекает к себе как местных жителей, так и туристов. Здесь купаются, ловят рыбу, жарят шашлыки. Однако многие из отдыхающих оставляют после себя след из бутылок, упаковок и оберток. Все это остается лежать здесь. Поэтому всего за несколько часов работы волонтеры собрали целый бункер. Ужасно много и ужасно гребло. Ой, там ужасные завалы. Ругаемся. Как же не умеет народ отдыхать? По словам организаторов, цель таких акций не только уборка мусора, но и формирование у населения бережного отношения к природе. Я думаю, что не только мы, а, наверное, вся Россия откликнется. Ведь есть много прекрасных рек, за которыми надо смотреть, чтобы мы, жители столь прекрасных мест, соблюдали чистоту и порядок в наших домах. Проблема загрязнения водоемов и побережья обостряется все сильнее. И чтобы сохранить берег чистым, организаторы мероприятия призывают граждан вывозить мусор в специально отведенные места.